Петя? Предал. Ну, я тебе сейчас скажу. Валерия необходимо спасать во что бы то ни стало. Он заработал себе репутацию воздушного лихача. Достаточно одной шальной выходки, а она будет. Обязательно будет. Я не понимаю, почему все это вы говорите мне? Да, я человек грубый, может быть, это неделикатным. Но у меня была мать, я понимаю, есть всякие нежности. Ну, вся его судьба под ударом, и я не могу ждать. Когда вы там округлите ваши чувства и станете его женой? Вы с ума сошли? Я совсем не собираюсь быть его женой. Будете, будете, вы не знаете этого разбойника. Он с Волги, и такая же у него душа. А как он летает? Как он летает? Это прирожденный талант, художник. Что за болван? Летать над Ленинградом запрещено. Ну, послушайте, ну и что же вы? Поймите, что я не могу его больше прятать по губкам. Да? А вот вы лаской или... Черт возьми, ну у меня ж была мать. Только вы можете повлиять на него, как будущая жена. Ну поймите же, что я не хочу, не хочу я быть его женой. Да не хочу я, вы понимаете, не буду я его женой. Будете? Нет. Держись! Пролетел, батя! Пролетел! Вон отсюда, горец!